Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И у нас новый монстр. Судя по всему, это какой-то снеговик. Холодная смерть. Ну, давай-ка глянем. Злобный, судя по всему, снеговик будет. Ага, вспомнил я, кстати, его. Снеговик, а что же он делает? Так, наносит урон. А, и перемещается вперед. Так, а неизвестный взрывоопасен, если умирает на передней позиции, наносит 232 урона. То есть его желательно бомбить на задних позициях. Ну что ж, давай попробуем. Ну, для начала, наверное, мы его оттолкнем отсюда подальше, да? Теперь попробуем динамит. Так, а при атаке он прыгает вперед, верно? Верно. Но не в этот раз. Не в этот раз. Так, теперь у нас что тут? Получается голубь и... сорняк. Минус сорняк и... нет, голубя пока не убили. Вот охламон. На-ка, на распил попал парень. Первая волна пройдена. Переходим на вторую. Так, опять... оу, тихо, тут еще этот маг. Друзья мои, маг. Давайте по-быренькому. А он все равно успевает. Он даже замороженный автоматически может мне сжечь карты. Это, конечно, не дело. Блин, снеговик сейчас бомбанет. Чтоб его, а. Ну, ничего не сделаю, ребят. Здесь... вот он еще и рывок делает. Так, да хорош. Блин, он опять выжил. Так, мага разобрали. Снеговик переходит на... о-о-о-о-о, подожди, а как же мне быть? А мне здесь никак не сделать, ребят. Взрывоопасен. Вот он и взорвался. Так, волчару попробуем распилить. Не хватает нам дамага. Зато он мне врезал. Причем довольно не кисло. И у нас с тобой, ну, почти 5000 здоровья. И последняя волна. Так, я пока ничего не буду получать. Давай динамит бросим с тобой. Отлично. Так, ну что? Что тут можно сделать? Зачем я оставил топоры себе? Я никак не могу понять. Давай, наверное, улей с тобой закинем. Так, йети уничтожили. Вот этого надо спецназовца как можно быстрее бомбануть. Ты смотри-ка, он еще выжил. Но он не успеет, скорее всего, вызвать подкрепление. Мы его уничтожим быстрее. Да, ребята? Отлично. Так сказать, первая каточка у нас прошла. Ну что, остается только лишь удвоить нашу награду. И я думаю, что многие со мной согласятся по поводу снеговика. Не такой уж он и опасный. Удары у него слабенькие. Взрывоопасность его тоже слабенькая. Так что будем проходить без проблем. Ну, естественно, конечно, неприятно, что он... дополнительную атаку наносит. Поэтому будем его по возможности как-то отбрасывать назад. Но у меня, правда, нету ничего такого. Вот есть только корабельной пушкой и ульем. Вот это я понимаю. Правда, он может сейчас при атаке прыгнуть сюда ко мне вперед. Нет, ничего он не успевает делать. А мы сейчас кактус уничтожаем. Ну и волчара, конечно, успеет меня ударить. Я, знаешь, что подумал? Надо вернуть, наверное, грозовую тучу. Для чего? Ну, чтобы сбивать каст. Да, в данный момент у меня ее нету. Так, теперь давай, наверное, барабан судьбы запустим. Ну, не кисло, не кисло. Так, я сейчас хочу, наверное, бросить улей, а после него сделать вот так. Отличненько. Ну что, ведьма, давай займемся тобой. Хотя, на самом деле, мне бы лучше бы уничтожить снеговика. Мне даже никак его, ребят, не оттолкнуть назад. Понимаешь? Надо немножко пересмотреть свою колоду. Ну вот как вот мне его под... вот видишь, что он делает? Невозможно, невозможно, как говорится, противостоять этому. Ну, ведьму мы уничтожили. И последние вражины. Да не надо мне здесь ничего получать. Давай бросим динамит. Также стрельнем из пушки. Попробуем сейчас, наверное, с тобой бросить улей. Ага. В свиноту попали, да? Заморозим с тобой ведьму. Этот сейчас еще будет хилять. Мухомор-то паршивый. Ага. Ну-ка, а если еще динамитиком? Плохо. Очень плохо. Чтобы сделать? Чтобы сделать? Давай, наверное, распил попробуем. Не то. Совсем все не то. Так, давай стрельнем из лука. Очень слабо все идет, ребят. Но в любом случае здоровья мне хватит выжить здесь.
Свинью, блин, дай подбить. Отлично. Так, и бросаем с тобой динамит. Двое минус. Остается ведьма. Ну, с ведьмой легче некуда справиться, согласись. Он ее из пушки подобил. Все, ребята, переходим к следующей битве. Дискошар. Ну, я думаю, что нам нужно получить наград побольше. Ну что же, переходим к следующему бою. Так, здесь будет у нас разыгрываться карточки на черепаху. Честно говоря, я не особо люблю пользоваться. Кстати, мне нужно пока отправить еще друзей. Пускай они там ползают. Заодно и время, как говорится, будет уже идти. Так, кролика я пока оставлю, он мне понадобится. Ого, ты посмотри, кто следующий. Это что за монстрик такой? Ну, обязательно дойдем и посмотрим. А пока у нас снеговик, причем клюшка вместо носа. Оригинально, поехали. Тут, кстати, наверное, будет мини-боссик именно этот снеговик. Ну что, приступим, пожалуй. Начнем развлекаться. Так, секунду, давай из лука, наверное, стрельнем, да? И попробуем с тобой бросить улей. Минус сорняк. Этот сейчас прыгнет вперед, а? Ладно, сделаем с тобой заморозку на время. Угу, пилу. Так, и, наверное, я... Нет, улей все-таки я заброшу. А теперь уже будем использовать с тобой динамит. Снеговик, конечно, взорвется. Ну, взрывоопасный. О, старые орлы. Ну, здесь ничего страшного нету. Здесь обычный гоблин, ведьма и кактус никчемный. Поэтому в наших интересах просто их разбомбить как можно быстрее. Так, подожгли, подожгли и еще раз подожгли. О, кстати, у меня пестицидов нету. Вот что я тебе хочу сказать. Да хорош ты, ведьма. Достала там уже. Этот еще крысу мне кинул. Так, динамита им. И ведьму, наверное, сейчас будем замораживать с тобой. Или давай из пушки бомбанем. Все. Третья волна, последняя. Вот он, мини-боссик. Тебя явно стоит ост... Тебе явно стоит остыть. Замри. Какая шутка. Ну я же снеговик, понял? Конечно, понял. Интересно, а ты поймешь мои шутки, а? Если я сейчас начну вот так вот делать. Причем он снеговик. Лед, по большому счету, на него действовать как бы не должен. Это логично? Логично. Но на него, как говорится, все прокатывает. И все у нас замечательно получается. Сейчас осьминог, кстати, скроет здоровье. Мы не будем видеть. Не здоровье, точнее, а сколько у кого и когда откаты будут. Так, ладно. Давай-ка мы его немножко сдвинем. Пускай там постоит. Будем разбираться с осьминогом. Так, осьминог, потом еще этот гриб. Осьминог сейчас, точнее, снеговик, наверное, прыгнет на первую позицию. Давай, 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 есть, распилили, отлично. Ну что, охламон, сейчас мы будем с тобой разбираться. Я тебя понял. Так, главное, чтобы мне здоровья хватило. А то будет нам тут веселье с тобой. Так, 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 подожди, заморозку. Окей. И распил делаем. Ну иди сюда, будем тебя остужать. Ты же так вроде там пел. Опа, ничего себе. Урон ты видел? По 2000 с лишним. Так, ну-ка, динамит срочно бросаем. Я думаю, крышка ему сейчас будет. Все. Твою же налево, ребята. Я надеюсь, ты понял, да, что получилось? Он меня уничтожил, когда взорвался. Я что-то этот момент просчитал. Ну ничего страшного, главное, что мы с тобой прошли. Удвоили наши награды, получили и продвигаемся дальше. Кстати, сейчас будет новый монстр. И мне хочется посмотреть, кто это такой. Непонятно. Так, сладкая ярость. А, я, кажется, врубился. Это, по-моему, мороженое. Могу ошибаться, конечно, но вроде бы... Опа, энергии еще нету. Ладно, тратим наши кристаллы. Поехали. Так, жестянка. Блин, я же хотел карты поменять. Да что ж ты будешь делать? Кто ты такой? Новый монстр. Кто он? Дьявольский пломбир. Поддержка. Ничего себе. Так, у него слабый удар. Ну, не скажи, что слабый. 613 урона. Это все-таки достаточно. Так, замораживает в руке все карты случайного цвета. Упс. Ничего себе. Так, друзья мои.
случайные карты, да? То есть, если он заморозит мне сейчас в данный момент красный цвет, да? То есть, все карты огня у меня будут в заморозке. Зашибись. Устроился. Есть. Зато он ватный. Так, дедуля, блин. Дедуля сейчас опять встанет. Нам надо было волчару уничтожить. Ну, ладно, давай сделаем так. А теперь займемся дедом. Так, заморозим его для начала. Так, бросим, наверное, давай так сделаем. Потом ульем. Добьем его. Все, переходим на вторую волну. Так, этот опять окапывается. Давай звезданем по нему. Что-то урон слабенький. Это из-за того, что, ребята, я не взял пестициды. Мне нужно уничтожить вон тот вот дьявольский пломбир, который может и хочет заморозить нам все карты. Так, как бы мне его пробить? Успеем, интересно, вот так вот? А нифига, да? Он остается в живых. Тыц! И что он мне заморозил? Ага, понял. Одну только карту, отлично. Пока живем, друзья. Ну что, жестянка, пора тебе отдуплиться. Давайте мне следующую партию врагов. Я жду. Да не надо мне пока ничего. Вот здесь тоже, ребята, проблема. Этот взрывается, тот наносит урон. Если погибает на задней, как говорится, на задней позиции, его нужно бомбить именно вот здесь. И это нужно успеть до того, как снеговик прыгнет ко мне. Блин, тут все, ребята, так замудрено. Прям сил нету. Сейчас попробую я динамитом сейчас. Сейчас, секунду. Да куда ж ты его отхилил, а? Он его, ребят, отхилил. Хотя, подожди-ка. А, это ему не помогло. Ну чё, гриб, иди сюда. Сейчас будем с тобой разговаривать по-мужски. Так, это раз. Ой, ладно, фиг с ним, пускай хильнулся. И бросим в него улей. Ну, все. Ладно, расстреляй. Отлично. Ну, скажу тебе одно. Дьявольский пломбир пока никак себя здесь не проявил. Забираем награды и двигаемся. Интересно, я уровень получу сегодня или нет? Хотелось бы. Будет у меня 29-й. Да, друзья мои, еще осталось буквально, ну, около 20 тысяч. На братья мы с тобой переходим на следующего пломбира. Так, растаявшая смерть. Единственная проблема в том, что, друзья мои, не хватает у меня энергии. Надо будет постоянно тратить гемы. Ну что, понеслась? Начинаем с распила. Блин, опять эти два брата-акробата. Один там под терминатора косит, да, типа? Давай-ка улей бросим. И я думаю, что сейчас будет... Ать! Звезданул. Ну-ка. Отлично. И теперь, наверное... Ах ты. Гаденыш. Мне объясни одну, почему электрик выглядит как какой-то бомжара. С розочкой в руках, с рюкзаком полного хлама всякого, бутылок там пустых. Ага, нет, пока это не нужно. Вон он там, психует. Он больше похож не на пломбир, я даже не знаю на кого. На какого-то, ну как бактерия, знаешь, злобная. А рожа как у этого, как у осьминога. Такая же. У него такой же вроде бы рот, челюсти такие. Так, ну что, распилим мы этого Хариуса, да? Все отлично, и остается лишь пломбир. Что он мне там заморозить собирается? Ну-ка посмотрим. Оп. Ну да, карты красного цвета он мне заморозить успел. Ну, а мы его тоже распетрушили. Так, почти 6000 здоровья у нас с тобой остается. Бросаем. Поджигаем. Будем сейчас распиливать. Нет, я, наверное, лучше пушку применю. Так, теперь пилу. Мне хочется настакать пятикратный урон. Но у меня не получится, наверное. Хотя, подожди. Если я применю барабан судьбы сейчас, да? Это же последний бой у нас. Главное, чтобы здоровья хватило. Так. Тихо, тихо, тихо. Этот хиляет, а? Ты посмотри, что делает. Минус-минус. Остается вот этот один партизан. Но с ним будет проще, потому что можно его будет замораживать. И, как говорится, уже издеваться. Плюс поджог. Плюс топорами его. И корабельная пушка, наверное, уничтожит. Нет. Уничтожил его, ребята, постепенный урон. Ну, а мы с вами получаем очень много карточек, да? Вот эта вот винтовка не очень хороша. Мне она не особо понравилась. Может быть, в дальнейшем она
как говорится, нам поможет справиться с монстрами, но не сейчас. И прокачивать я ее не хочу. Забираем свои награды. И, кстати, уровень, друзья мои. Конечно же, уровень мы с вами сейчас получаем. Хопочки, и это 29-й. Так, сколько нам хпшки? Почти, ребята, 1000. И в данный момент общее количество около 11 000. Это, кстати, круто. Я думаю, на следующем боссе, а когда он будет у нас? Вот он. Нам пригодится. Но с таким мы уже с тобой дрались, если я не путаю. Давай-ка проверим с тобой. Короче, носорог. Он один из первых, да? По-моему, первым был сшитый Фрэнки. Вот он. И мы помним, что он вызывает. Он вызывает двух дронов. Один лечит, а другой кастует броню. Кстати, у нас тут можно что-то... А, корону забрать. Вот. Я почему-то предполагаю, что здесь появится третий дрон на нем, который будет, наверное, воевать против нас. Ну, посмотрим, посмотрим. Блин, посмотрим, конечно. Если у меня хватит гемов. 233 штуки. Это каждый раз по целой куче тратить. Я даже не знаю, вдруг босс там будет сильный. Пока нам надо будет разгадать его тайну, как его валить. Нам же понадобятся гемы. Но будем надеяться, что он как бы будет проходящим. И особо мы на нем заострять внимание не будем. Надо дойти до него сначала. Так, тихо-тихо, давай динамит, наверное, с тобой бросим. Волчарик, крышка. Так, что же нам сделать? Ну, давай стрельнем из лука. Так, может быть, сейчас бросим улей. Пускай там бомбит потихоньку. Так. Слушай, топоры, конечно, хорошее, быстрое оружие, друзья мои. Но урон, мне не нравится, сколько они наносят урона. Маловато. Эти не успел, да, заморозить? Ладно, ничего страшного. Давай его на распил пустим. Опять неудачно. И улей. Сейчас сгорит. Следующие, пожалуйста, вот они. Прибыли. Иди отсюда. Давай попробуем. Кастанем с тобой 4, наверное, 4х, точнее 5х, если успеем. Улей есть. Сейчас, все, отлично. Ждем динамит. Снеговик, ах ты. Блин, я не хотел, чтобы он на первую позицию прыгал. Не понял, а что это, пломбир у нас еще и выжил? Ничего себе. Пломбир, я думал, что ты... Может быть, на него очень хорошо огонь действует? Да, очень хорошо, ребята. Он получает колоссальный от этого урон. И я отомщу за всех моих съеденных братьев. Пломбир, успокойся, пожалуйста. Не, я мороженое, конечно, люблю, но... Такого чучела я бы не стал бы есть. У него, кстати, 50 000 хп. Уже осталось 39 000, как ты видишь. Сейчас я еще динамита туда кину. Так, этого надо убивать именно на переднем, да, фланге. Сейчас попробуем с ним разобраться. Кролика я своего помощничка немножко прокачал, ребят, поэтому дамаг чуть-чуть получше. Опа, а с чем там? Он с газетой, что ли? Да, это халабуга. По-моему, он в руке держит газету. Я вначале думал, что это рожок, знаешь, который... В который ложат мороженое, но нет. Это обычная газета. Может быть, какая-нибудь листовка, может, протест какой-нибудь. Так, давай-ка мы осьминога подобьем и уже займемся добиванием вот этого вот пломбира дьявольского. Да что ж ты. Ну-ка, топорики, отлично. Ну что, могу тебе сказать следующее. Мы прошли территорию пломбира. И надо только удвоить награды. Забираем это все дело и смотрим. А следующее у нас будет... Так, кто это такой? Какой-то рыцарь, судя по всему. Хм. Хочется глянуть, давай-ка посмотрим. Бронированный ужас. Да ё-моё, мне тратить на это все время. Я вспомнил, друзья мои, бронированный ужас. Если его, конечно, здесь не изменили. По-моему, такой же, да? И остался. Рыцарь, короче. Наносит 674 урона и перемещается вперед. Это если он будет находиться сзади. Так, огромные способности со случайной целью попадаются... Попадают в этого монстра? Это как понять? А, все, ребят, понял. То есть, если мы с тобой выпускаем ледяную ракету, да, которая может бомбануть рандомно, она будет лететь именно в него. Все. У него класс защитник.
Ну вот, видишь, улей, так как он летит рандомно, он и попадает в него. Так, ладно, он сам напросился, друзья мои. Бросаем. Динамитик. Ах ты. Вот, да хорош ты, ведьма. Минусанули, да? Теперь распил. Ведьму будем угощать ульем или нет? Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Динамита достаточно будет, да, на всех. Ну-ка проверим, да. И голубь, и тот ханурик отдуплился. Так, следующая партия. Типа кузнец, да, с молотом. С какой-то железякой непонятной пришел сюда ко мне. Мне бы, конечно, ули бы в него бросить. Вот, вообще самое то, что нужно. Так, ладно, бродяга. Я думаю, что, наверное, не успеет использовать свой колокольчик. Призвать, как говорится, напарника. Или успеет? Нет, не успеет. Я его заморожу и буду здесь потихоньку бомбить. Во-первых, топоры. А во-вторых, динамит. Хотел стрельнуть вначале из лука. Ну, динамит-то это 100% гибель им. Так, а здесь еще и замороженный появился. Так, и дьявольский пломбир. А ну-ка, еще эти два, да? Шитика бегает там. Так, что бы нам сделать? Давай попробуем так. Теперь из пушки. Да что ж ты. Блин, а этот-то с какого перепуга спрятался в пузырь? А? Так, успею я забрать? Да должен, должен. Пломбир отдуплится. Вот этот вот проказик меня нервирует. И это сейчас, кстати, очень сильно бомбанет. Ты посмотри, что творят, а. А у нас... А, это последняя волна, да? Ладно, тогда терпимо еще. Тогда еще терпимо. Так, динамит нужен, чтобы подбить вон того вон. Ну, а этот сейчас, ребят, напросится. Заморозили, и теперь он, грубо говоря, наш. Так, пилякаем. И из пушки. Вот и все. Фух, прошли довольно неплохо. Хотя враг уже действительно напрягает меня своей силой. Так, переходим на следующий бой. Здесь у нас будет разыгрываться пистолет. Призрачный доспех. Кстати, уровень, ты посмотри, насколько мы, ребята, отстаем. У нас 29-й, а враг уже 37-39 уровень. Это жесть, конечно. На 10 левлов нас опережает противник. А чтобы мне приблизиться к такому уровню, я даже боюсь представить, сколько нужно тут играть мне. Сколько заниматься фармом и прочим делом. Ну-ка. Так, секунду. Хочу попробовать убить вон того. Окей, все сработало. Так, волчара ударил меня, этот хильнул. Все как по нотам разыграли. Давай-ка попробуем мухомор сейчас с тобой распилить. Чуть-чуть не хватило. Ладно, ничего страшного, давай поджог сделаем. Тот отдуплится. Ну и мухомор распилим. Не распилим, а точнее молотками, точнее топорами даже его разрубашим. Давай снеговика сюда. Так, тихо. Улей. Что будем? Наверное, динамит бросать, да? Это сейчас поменяется местами. Твою же налево. Что теперь сделать? Так, попробуем, наверное, из лука. Блин, я же говорил, надо поменять карты. И все время забываем. Мне нужен либо дискошар, либо морковка на цепи, чтобы выманивать врагов. Также не помешали бы, наверное, пестициды нам. Да? Или же все карты именно стихии огня. Воу-воу-воу-воу, тихо, сейчас доиграемся, ребята. Опачки, у нас же волна-то не последняя, а здоровья-то уже нету. Так, небольшой отхил нам просто нужен был. Давайте попробуем сделать так, из пушечки теперь. Окей. Так, бросим улей. Вот это хорошо, что все в него летит. Мне нравится. Две стрелы даже в него. Отдуплился парнишка. Так, а как бы мне вот этого-то переманить на переднюю сторону? Да никак, ребят. Все равно он звезданет по мне. Чего бы я там не делал.
Ладно, сейчас уничтожим этот сорняк. Иди сюда, хлопчик. Мы сейчас с тобой поговорим здесь по душам. Давай, нараспил тебя вначале. Так, теперь, наверное, улей бросим, да? Блин, успеть все равно ударить. Но мы выжили. И это самое главное. И это был последний бой. Потому что 3 волны из 3 мы сделали. И будем увеличивать наши награды. Ну что, друзья мои. Еще один бой. И у нас будет босс. Надеюсь, мы его с тобой пройдем. Так, а дальше у нас пойдут вообще какие-то разносолы, если честно. Ты сам видишь, да? Разные виды. И уже, как говорится, не по 3 волны, как здесь было, а по 4. Окей. Так, ну ладно, нам вначале нужно разобраться вот с этим. Каменный защитник. Опять тратим с тобой 30 гемов. Ну, никуда не денешься от этого. Погнали. Будем смотреть. Тут, наверное, тоже будет мини-боссик какой-нибудь. Так, ну что, начнем. С заморозки, наверное. Плюс делаем поджог. А, это же все в него полетит. Точно, точно, точно. Тогда из пушки еще шваркнем. Жалко, что он не может принять на себя весь динамит, который я бросаю. Так, дурик, ты даже не думай здесь ничего, пожалуйста, вызывать. Так, птичка, птичка, голубь. А голубь успеет, да? Звездану все-таки по мне. Ладно, заморозочка. И добивочка, судя по всему. Голубь-псих стоит там, глазками своими шурудит. Так, что бы сделать? А зачем я бросил динамит, скажи мне? Хотя, ну ладно, сгодится. Не надо мне здесь ничего делать. Как же вы достали, а? Нет, ну почему сразу все в деда-то, в зомби? Давайте как-нибудь урон распределяйте равномерно, чтобы все было по-честному. Видишь, пломбир боится огня, сразу начинает получать урон, причем усиленный. Ну-ка. Ой-ой-ой, дед, дед сейчас прыгнет. Блин. Вот зачем он сюда переместился, вот объясни. Мне только мешает все. Чего вы тут разыграли-то, эй? По 30 раз каждый бомбанет. Так, минус пломбир. Пломбир. Так, этого дед опять встанет. Ладно, есть улей. Добьем, добьем. Ну что, дед зомби, все, доигрался? Это 2-я волна, у нас с тобой 5000 хп. Главное не потратить ничего больше. Так, и топорики. Все. Давай следующую партию. Раньше я был светлым рыцарем, но потом убил пару медведей. И стал типа черным, да? Че же я навредил-то? То, что я, видите ли, дискотеку устроил в лесу, это им не понравилось. Все против меня восстали. Так, ага, 2 стрелы. Сейчас динамитик я брошу. Ну-ка. Неплохой урон он наносит. Так, голубь, успокойся. Давай-ка мы, наверное, из пушки с тобой звезданем. Так, тихо, тихо, тихо. Дед собирается, ребят, кого-то призвать. А он никого не призовет. Потому что у нас... Оп-оп-оп-опа! Я так и думал, ребята. Я так и думал, что у нас здесь с тобой прижучат. Так и получилось. Но невозможно было уследить за ними, за всеми. Так, голубь, иди сюда. Сейчас мы с тобой разберемся. И с бомжарой с этим тоже разберемся. Давай, иди сюда. Успел. Нет. Фу. Я думал, что он сейчас будет делать призыв в помощь себе, но ничего подобного. Так, ребят, удвоим награды и пойдем уже с тобой на босса. Ну что же, а вот у нас и боссик. Железный носорог, босс 40-го уровня, возможная награда — отравленный кинжал. Опять нам надо посмотреть здесь, да? Ну что, поехали в бой. Так, иммунитет нельзя заморозить, нельзя шокировать, нельзя сдвинуть. Так, нельзя отравить и нельзя поджечь. Подожди-ка, зеленый щит и красный щит. Нельзя шокировать, нельзя сдвинуть, нельзя заморозить. Лечащий дрон может самоуничтожиться и нанести большой урон. Не дайте ему это сделать. А каким образом... Каким образом я не должен ему это позволить сделать? Так, что у меня в инвентаре? Динамит. Динамит, давай-ка, наверное, кролика прокачаем чуть-чуть. Слушай, может быть, заморозка нам поможет в этом деле? Я что-то не знаю. Не дайте ему самоуничтожиться.
Ай-яй-яй-яй. Так, надо подумать хорошенько. Тут у нас пираньи еще с тобой есть, кстати. Сколько они там? Общий урон 1000. Ну да, 1280 урона. Короче, нам нужно вначале, наверное, посмотреть, как это все будет происходить. Что он из себя вообще представляет, этот носорог. Видишь, нельзя позволить, чтобы дрон самоуничтожился. Давай смотреть. В бой. Потому что в первом боссе такого не было. Там можно было бомбить его без каких-либо проблем. Так, новый монстр. Железный носорог. Давай смотреть способности. Так, наносит большой урон и увеличивает стоимость всех карт в руке. Окей. Здесь у него блокирует 50% урона и эффекты от карт соответствующего цвета. Понятно. Призывает дронов поддержки. Ну, в принципе, ребят, как и первый. Только, наверное, будет намного сильнее. Мой братец оказался слабаком и проиграл такому слюнтяю, как ты. Я украшу твоим черепом свою броню. Угу. Даже вот так вот, да? Поехали. Поджог. Так, у него, ребята, две фазы, как мы видим. Так что надо смотреть. И не забывай, что он будет увеличивать. А, ну да, конечно же, у него иммунитет к поджогу. Тогда улей мне здесь вообще, честно говоря, и не нужен. Так, он переключился на зеленый. Друзья мои, вы поняли, да, как работает? Как работает у него все это дело? Если он ставит зеленый щит, значит, у него иммунитет к зеленым картам. Если он красный ставит щит, соответственно, к красным. Сейчас видишь, какой там фиолетовый, не пойму я. Так, сейчас будет, ребята, первая фаза у него закончена. Вызывать будет дронов. И нам нельзя будет позволить. Вот он, так. Этот дрон у нас, я не помню, что. А, ребят, по-моему, защиту, да, делает? По-моему. Так, у него, ребята, опять синий щит. А почему неудача? Подожди, подожди, почему неудача? Все должно быть хорошо. Так, ну-ка давай улей. Да улей-то, ё-моё, не надо было делать. А если так? Окей, предположим. Ой-ой-ой, ребята, увеличивает стоимость карт у меня. Ага. Так, а если мы вот так сделаем? К примеру. Сработало вроде бы, да? А вот так вот. Я просто не помню, что делает вот этот вот спрей. Да ты запарил, а? Где карта-то мне? На-ка. Слушай, сейчас кого-то призовет. Сейчас кого-то призовет, ребята. Ну кого еще же может призвать? Конечно же дрона очередного. Так, заморозка. Попробуем. Распил. Блин, сейчас хильнется. Я не могу вспомнить, что за что отвечать, ребята. Я уже все тут испробую. Нифига подобного. Уничтожил. А если из пушки? Нифига он там хиляет. Так, осталось добить. Да ё-моё, ну. Слушай, ребят, ну я скажу одно. Не такой уж он и крепкий. Ничем не отличается от первого босса. Ну, я имею в виду первого того носорога. Как говорится, брата его. Так что мы его распинали. Вообще, считай, на изи. Вот зато опытом с тобой получаем здесь, конечно, море. Ну вот, смотри, 509 тысяч. А нам нужно было 200, по-моему, да? Опачки. И 30 уровень у нас в кармане, друзья мои. Сразу тысячонку сверху набросили. Ну что, я думаю, на этом мы будем закругляться. Следующая серия у нас будет довольно интересная. Тут смотри, ребят, увеличивается количество врагов. Раньше было 3, сейчас уже по 4. Причем разных видов. С разных территорий. Если раньше у нас были, вот, например, да, вот эти вот доспехи, так они и шли. Если были пломбиры, так они и были. Все в один рядок. Снеговики, никакой смеси не было, понимаешь? Голуби, вот эти уродцы. А теперь все, теперь, как говорится, будет солянка. То есть и гоблины, и слизни, плюс свиньи. Опять же, гоблины. То есть будет трешовая довольно-таки игра. Ну а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.